Жизнь замечательна тем, что она наполнена моментами счастья. Она дарит нам памятные события и удивительных людей. Как прекрасно, что среди нас есть человек, который обладает умением чувствовать, умением по-доброму видеть окружающих людей. Человек, который вносит добро и позитив. И кучу положительных эмоций. Это жизнерадостный, целеустремленный, душевный, искренний, яркий, очаровательный, нежный и отзывчивый человек, любовь которого и дружба являются ценностью для близких людей. Именно сегодня, именно в этот день твоего рождения, Рита, хочется пожелать тебе всего-всего самого светлого, доброго и позитивного. Милая доченька, солнышко ясное, нежный, ночной, озорной ветерок, ты все, что есть у меня, ясный, нежный, милый, прекрасный цветок. Будь симпатичный, задорный, общительный, щедрый на чувства и искренний смех. Будь восхитительной и замечательной. Ждет тебя радость, любовь и успех. Маша, не беси меня, ты знаешь музыку, что где? И куча положительных эмоций. Уже пошло. Руки с днём рождения, дочка! С днём рождения! В день, когда ты юбилей отмечаешь, я поздравляю, дочурка, тебя. Пусть будет пускай все, как ты пожелаешь. Станет прекрасной жизнь пусть твоя. 25 лет – это ведь только начало радостных дней для любви и мечты. Счастья тебе и здоровья немало, юности вечной, удачи, красоты. Оставайся такой же красивой, нежной и любящей доченькой, мамочкой для своего любимого Глебушки. И пусть ты будешь самой счастливой на свете доченькой. Счастья тебе, любви и самой прекрасной доченькой.